Утром на станции метро Площадь Победы появился запах дыма, о чем незамедлительно сообщили в МЧС. На место выехала пожарная техника, но оказалось, серьезной угрозы безопасности не было. Начала тлеть изоляция в подсобном помещении, обошлось без возгорания. Сбой в движении метро не произошло, эвакуация пассажиров не потребовалась. Подразделения МЧС выехали по сообщению о запахе дыма на станции метро Площадь Победы. Так как объект серьезный, высылается сразу большое количество подразделений. К счастью, серьезность ситуации не подтвердилась. Оказалось, что просто в подплатформенном пространстве произошло оплавление изоляции кондиционера без последующего горения.